Всем привет, друзья! Итак, вот эта монетка, которую я саданул лопатой в одном из видео. Я ее еще не чистил. Вот здесь видно удар от лопаты. Сделаю фото, чтобы было лучше видно. Я ее хочу почистить, попробовать, так сказать, убрать царапину. Или хотя бы сделать ее менее заметной. И что с этого выйдет, обязательно покажу вам. Приступим. Вот, для начала монетку бросаем вот в такой вот мыльный раствор. Видите, он у меня застыл. Потом мы его поставим на теплую батарею. И так она будет у нас лежать 3 дня. Только через каждый день я буду ее доставать, чистить стриженной щеточкой. Это для того, чтобы все окислы размягчились. Так, ждем. Итак, 3 дня нам не помогло. Это уже 6-й день. Достаем монетку. Да, видите, мыльный раствор жидкий. Он у меня стоит все время на теплом. Это очень важно, потому что тогда процесс идет намного быстрее. Проводил эксперимент, одинаковые монетки в одинаковых окислах с одной ямки. Одна в холодном, он тогда такой, как холодец, желе. Другая в теплом, в 5 раз по времени. Так, вот такая вот у нас монетка сейчас. Царапина достаточно видна. Сейчас пойду промою. Дочищу и будем смотреть дальше. Я пересмотрел для чистки уйму роликов именно про мыло. И никогда у меня не выходил такой результат, какой бы хотелось. А почему? Потому что все ставят вот эту емкость, и она выходит холодная, это раз. А во-вторых, я добавляю 80% обычного сухого простого мыла и 20% детского. Это важно. Только не крем мыло, а просто мыло. Там есть какая-то химия, уже не помню. И вот она хорошо размягчает окислы. И именно на теплое. Итак, посмотрим, что же у меня получилось. Еще один немаловажный аспект этой чистки — вот такая вот стриженная щеточка. Потому что все рассказывают, зубная. Не знаю, зубной я чищу только серебро и советы. А медь чищу вот такой. Многие сказали, да, ты убьешь монету. А я дам ссылочку, где я чистил именно так эти монетки царские. Вы посмотрите, убитые они или нет. И на поле монет не видно никаких царапин. Метод работает. Результат довольно неплохой. Смотрим. Итак, смотрим на результат. Вот после такой чистки, таким мыльным раствором, в теплом мыле, мы имеем вот такую вот монетку. Кое-где еще остались зеленые пятнышки, но я их уберу с помощью обычных зубочисток. Вот монетка имеет такой вот блеск. Вот смотрите, какое поле монеты, как оно блестит. Видите? Получился довольно неплохой экземпляр. Сейчас приступим к царапине. Ну, убрать мы ее не сможем, но сделать менее заметной попробуем. Приступим. Итак, да, для следующего этапа нам понадобится вот такая вот мазь. Очень нелегко достать, привезена из Таиланда на заказ контрабандой. Шучу, в обычной аптеке копейки. Вот такая вот штука, я уже показывал в одном из видео. Я ее купил на рынке у дедушек, бабушек, на блошином рынке. Я не знаю, для чего она была предназначена. Но вот видите, какой здесь кончик. Зачем такой, сейчас покажу. Обычная зубочистка и вот такая вот щеточка. Попросил у жены,
наделила. Итак, вот этой штукой я потер возле царапины с одной стороны и с второй стороны. Поскольку эта штука у нас круглая, видите, вот так вы ее к монетке и водите. Она ее не царапает, как будто там, сказать, развальцовываете вот эту вот царапину, чтобы краи были не такие острые. Затерли. Потом вот этой зубочисткой серную мазь на царапину и ждем. Ждем минут 5. Итак, смотрите, что у нас получилось. Да, данная монетка еще будет чиститься. Но мыло можно почистить вот так. Вот как теперь выглядит наша царапина. Да, она видна, но не так бросается в глаза. Повторюсь еще раз. Мыло 80% обычного хозяйственного и 20% детского. Именно детского. Все стоит в теплом. Щетку я вам показал. Рассказал. Маленькая щеточка для того, чтобы то, что я показывал, женское. Вот если царапина возле букв или каких-то неровностей рельефа, туда сложно втереть. Так вот, мы ее так втираем тогда щеточкой. Вот такая вот монетка. Спасибо за просмотр. Задавайте вопросы. Если кому-то чего-то интересно, постараюсь ответить. Пишите комментарии. Удачи!